В 8 областях и в столице начался отопительный сезон. Об этом в правительстве отчитался министр энергетики Алмаз Адам Саткалиев. И прямо сейчас наша коллега Гульнара Ерманова находится на прямой связи со студией, прямо из зала совещания. Гульнара, когда тепло подадут в остальных регионах страны? Доброе утро, Лунара. В первую очередь хочу отметить, что вне повестки заседания глава МЧС Чингиз Аринов доложил о тушении крупного степного пожара в Карагандинской области. Накануне его площадь достигла 35 тысяч гектаров. Пожарные рассчитывают потушить его сегодня. Других данных о площади министр не привел, но отметил, что все силы МЧС из других регионов также переброшены на тушение пожара. Теперь, возвращаясь к вашему вопросу, в западных и южных регионах тепло подадут в середине октября. Уже отопительный сезон начат в Абайской, Акмолинской, Костанайской, Североказахстанской, Атырауской областях, а также в Астане. За счет корректировки предельных тарифов увеличилось финансирование ремонта на энергоблоках почти до 328 миллиардов тенге. На топливных складах ТЭЦ накоплено более 5 миллионов тонн угля и почти 90 тысяч тонн мазута. Недостаточно запасов угля, по словам главы Минэнерго, на Ридерской ТЭЦ. В целом ремонт на проблемных энергоисточниках продолжается. Это на Ридерской, Кентауской и на Мангистауском атомном энергетическом комбинате. На этом у меня, Гульнара, все. Благодарим, Гульнара. Это была наша коллега Гульнара Ерманова.